Всем приветик, с вами Танюшка, добро пожаловать на мой канал. Я снимала свою коллекцию чехлов на мобильный телефон, и вам это видео очень понравилось. И сегодня я специально для вас решила снять пополнение своей коллекции чехлами с Алиэкспресс. У меня, конечно, появилось за это время не так много чехлов, совсем тут немножечко, но я сейчас вам обязательно покажу каждый чехольчик поближе, скажу, как он мне по качеству, нравится он мне или нет. А если ты каким-то образом пропустил предыдущее видео и не видел мою коллекцию чехлов, то я ссылочку оставлю в описании, заходи, смотри. Начать я хочу вот с такого вот зеркального чехла. Он очень эффектно смотрится, привлекает внимание всех людей. Единственное, мне вам не очень его удобно показать, потому что отсвечивается камера и все, что есть вокруг. Единственный минус этого чехла, что на нем остаются очень сильно следы, его надо постоянно ходить протирать, но он очень классный, очень эффектный. У него есть такое вот колечко очень классное, его можно использовать как подставочку. Очень удобно, очень красиво. Также это колечко очень удобно вот так вот держать рукой, тоже классно смотрится, и телефон очень оригинально миленько в нем смотрится. Еще можно использовать его как зеркало. Губки подкрасить, там еще что-то. Ну, вот такой вот чехольчик. И весь он обклеенный стразиками. В принципе, он стоил и не особо дорого, и не особо дешево. Такая вот у него средняя была цена. Но он мне очень понравился. Вот сейчас у меня телефончик в нем. Для тех, кто не знал, у меня телефон в розовом цвете, Samsung Galaxy A5 2017 года. И следующий чехол, который я хочу вам показать, это вот такой вот кавайный чехольчик с котиком. Он очень классно, мило смотрится. Вот такой вот здесь котик, антистрессик, единорожки. Очень оригинально, шикарно смотрится телефон в этом чехле. Напишите, как вам в комментариях. Единственный минус этого чехла, что этот котик, он такой вот липкий, и к нему, в принципе, может прилипать всякий мусор. А так очень классно смотрится этот чехол, очень мило. Напишите в комментариях, как вам он, потому что мне лично очень нравится. Но его очень неудобно носить с собой, в принципе, ну и еще из-за того, что этого котика, я так понимаю, его можно даже оторвать. Но именно фишка этого чехла из-за того, что здесь такой котик, его можно вот так вот поразминать, он такой вот антистрессик. Вот такой вот чехольчик. Следующий чехол, который я вам покажу, это вот такой вот летний чехольчик с арбузиками. Он очень классно смотрится, тоже очень качественный. Я у этого продавца уже много чехлов заказывала. Единственный минус, что от него чехлы идут где-то, не знаю, месяца два мне, наверное, шли чехлы. Но чехлы у него все очень качественные, все очень яркие, такие обалденные принты. Давайте я вам покажу, как он смотрится на телефоне. Он очень классно, ярко смотрится на телефоне, прям такой летний-летний. Здесь вот такая вот надпись, Sweet Pink написано. И вот такие вот яркие, обалденные арбузики. Мне очень понравился этот чехол, когда он пришел, и я даже не жалею, что я его заказала. У этого же продавца, у которого заказывала предыдущий чехол, я заказала вот такой вот чехол. Он у меня еще в такой пленочке, потому что я его еще не носила. Ну, примеряла, конечно же, но еще не носила. Давайте вам покажу, как он смотрится на телефоне. Это такой вот оригинальный чехол с спицами. Вот так вот он классненько смотрится. Напишите в комментариях, как вам такой чехол, потому что мне, в принципе, он понравился. Принт тоже достаточно-таки качественный, очень все красиво. Вот так вот тут выглядит телефон, и так вот здесь. Такие вот очень классные пиццы. Тоже очень оригинально, прикольно. И последний чехол с пополнения своей коллекции, который я вам сегодня покажу, это вот такой вот рождественский чехольчик. Заказывала я его, наверное, перед Новым годом, но на Рождество я его так и не дождалась, потому что он мне очень долго шел, я уже даже точно не вспомню сколько, потому что там были праздники. И он мне шел, по-моему, месяца 2-3, пришел, понятно, уже дело после Нового года и Рождества, но он тоже вот очень оригинальный, очень такой прикольный. Написано Merry Christmas, такие вот милые олени. Такой вот классный принт, и тоже мой розовый телефончик смотрится очень-таки классненько. В следующем году, на Новый год, зимой, точно буду его носить, потому что чехол очень классный. Так вот он выглядит, смотрите. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то поддержите меня большим пальчиком вверх. Пишите обязательно в комментариях, какой чехол вам понравился больше всего. А на сегодня буду с вами прощаться. Всем до скорой встречи в следующих видео. И всем пока-пока!